Мужчина с ножом в руках бегает по крыше дома по проспекту Гамзатова. Такое сообщение поступило в полицию Советского района. На месте сотрудники обезвредили 48-летнего жителя Махачкалы, однако он продолжал вести себя неадекватно, не узнавал даже родную мать. Его доставили в отдел полиции и вызвали бригаду медиков. По неустановленным обстоятельствам мужчина скончался до приезда скорой помощи. По данному факту доследственную проверку проводит Следственный комитет, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причина смерти мужчины. В один момент он меня узнал, ой, говорит, мама, вышел ко мне, обнял меня, он меня вышел, узнал. Потом тут же он стал спрашивать у меня, звание какое у вас, у меня стал спрашивать. Ты что, говорит, за женщина такая, ты что здесь делаешь, зачем ты сюда пришла? Ты не моя мама, даже обувь у тебя не такая, как у моей мамы. Разговаривали, потом опять посмотрела, обняла меня мама, говорит, я долго жить не буду. Вот что он мне сказал.